Здравствуйте, это канал Максимазы, и на мне вновь красная футболка. А, красный это у нас Red, а соответственно, правильно, у нас сегодня вновь будет Red Dead Redemption. Релиз который не так давно состоялся на ПК, спустя 14 лет после выхода игры в 2010 году. Собственно говоря, запись делаю сразу же после записи предыдущей серии и позапредыдущей тоже. И мы сегодня вновь поработаем на маршала Джонсона, пока этот вот этот Диккенс какой-то будет лечиться. Досталось ему, деду этому серьезно досталось. Кто жалеет розги, тот что-то там я не опять не прочитал. Что на этот раз? Last night they went to a big place up near Reef. They burnt the place down, killed the men, burned most of them. С каким умыслом? Интересно, чисто для забавы, что ли? One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Ну, коли не врете, я с удовольствием в таких постреляю. Hey, wait up! Let's hit the breeze, boys. Marston, I hear you caught up with Mr. Wes Dickens. I did. For a man who claimed to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. Словесного поноса, да. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, Wes Dickens. Я из твоих речей тоже ничего не понимаю. Чувак. Хрена ж себе тут. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Карабин Винчестер. Ого, кладбище какое здесь. Тут женщина страдает, но игра мне не дает помочь ей. Если она страдает вообще, конечно. Fire still smoking. Those scumbags must still be around. Come on.
pound leather, boys. Looks like they're headed for Ridgewood Farm. Sons of bitches! Didn't you want to run a gang of outlaws, arson? Yeah, but not like that. It wasn't our way. Да, уж не в такой, это точно. Дач неким Робин Гудоном. Неким Робином Гудом вообще был. И как он говорил, я до сих пор помню эти слова. Мы убиваем тех, кого надо убивать. Кормим тех, кого надо кормить. А эти стреляют в каждого, кто стоит на пути. Что это было, блин? Он даже не запрыгивает туда. А, вот, все, запрыгнул. Ну, тут делать нечего. Пусто, но крови полно. И здесь вообще ничего нету. Заколотили конюшню. Ох, господи ты, боже мой, что за трэш тут происходит, а? Что за трэш такой наступил в этом районе, а? Бандиты в доме? Господи, ужас какой, а. Так, где враги? Вот они. А вот в этих-то посложнее уже стрелять. Но наши помощники хорошую пользу тем не менее дают. От них пользы немало, они хорошо тоже стреляют. Умер, что ли, уже? Сквозь нее пролетел. Еще жив, что ли? Четко я попал в него. Я только прицелился, уже попал куда надо. Блин, стрельба тут прикольная, мне реально нравится. Я просто кайфую от этой игры, реально. Просто кайфую, реально. Мы вас только что спасли, а вы как с нами разговариваете, а? Женщины! $50.
It ain't about the money, Marshall! These are people's lives! People's homes! Let's go! Get on your horse, boy! Follow me! We can still catch him! Где благодарность какая-то нам хоть, а? Let's go! Фортмейстер. Если это реально люди Билла Уильямсона, то это... То с ним точно нужно что-то делать. С ним надо расправиться, даже если вы агенты ФБР нас туда не посылали. Впрочем, еще, я так полагаю, не факт, что это его банда. Сейчас мы это узнаем. Точно, Билл Уильямсон. Вот он. Да, давай, выходи на бой, Билл Уильямсон. Не, если... Не, Билл, если ты зверь такой, я бы тебя с удовольствием бы пристрелил. Дач много чего говорил. Дач сам высокомерным стал в конце. Дайте мне пушку, дайте я в него стрельну, а? Все эти преступления ради Джона, что ли, были сделаны? Чтобы его выманить или что? Ну, я так полагаю, нет, потому что он был удивлен. Ай, блин, больно стреляют, а? Ай, блин, больно. А, вон он, господи, я его не видел даже. Остальные уходят. Или они сюда направляются? Да, они сюда направляются. Ну ладно, давайте, я вас с удовольствием постреляю. Готовы. Да, в следующий раз бегите. А, этот... Он с Биллом рядом был, я его... Вот этот. Норман Дик. Он его знает уже. Норман here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. О, бабки у нас новые. Так, кто у нас поближе? Найджел Уэст Диккенс и Бонни Макфарлейн.
Только у этого Диккенса прозрачная иконка. Может быть, он еще недоступен. Бандиты. Пошли вы нафиг, даже не буду церемониться с вами. Вот на самом деле прикольно, когда незнакомцы такие попадаются, которые даже ограбить могут. Вот я до сих пор помню. В Red Dead Redemption, да, полно таких случаев было. Вот в Red Dead Redemption 2, например, за Артура ехал перед каким-то мостом. Какой-то человек попросился подвести его. В итоге он угнал мою... В итоге он скинул меня и угнал лошадь мою. Ну, я ему выстрелил в спину сразу же, и все, проблема решена. Нет, он еще не недоступен. Тогда едем к Бонни. Куда ж ты так прыгаешь, а? Давай, давай, иди нормально. Нормально. Фу. Когда этот дождь уже закончится, он меня уже заколебал. Прям на темную, нехорошее предчувствие вытягивает. На очень нехорошее предчувствие тянет. Тормози, тихо. Пламя. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Come on, let's see if we can find the old goat. Howdy. Да, я приехал на лошади, она там стояла, а тут внезапно тут уже припаркована. Как все это необычно. Извините. Насморк это дело проблемное. Father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Come on, let's hurry. Stay with me. I've got a bad feeling about this. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had six brothers, but five of them died, either from sickness or foolish choices. Пятеро умерли. Было шесть братьев. Уехал на восток, не вернулся. 10 лет не видели. Зашибись, семейка. Банкир в Нью-Йорке. Ну. I don't want his help. He can live his life any way he wants. Пусть живет как хочет. Ему пофигу на них и им пофигу на него. Хорошая хата, скотина, но с семьей не очень все хорошо. Wrestlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch.
Now you head back to the ranch right now and fetch a wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Ну, жив-здоров, слава богу, и цел. What could have happened to those poor men? And their horses were dead, too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Come on. Those damn rustlers. I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't realize. The outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. Благородный преступник. Ну, есть такое понятие, он Робин Гуд же, благородным разбойником был. Отбирал деньги у богатых, отдавал бедным. Хоть и я оставлял немного себе. Ого! Ни хрена себе, там горит, нафиг. Кто же мог это сделать? Неужели люди Билла Уильямсона сюда забрались? Залезай скорее. Сюда, господи, как я тут залезу-то? Вот так. Как зайти? Здесь. Как я через загонь-то... А, тут лестница есть. Так, еще лестница. Ой, тихо, как к ним не подбираться. Я займусь этим сам. Вперед! Сбегайте отсюда, лошадки. Ой, он разваливается. Лучше... не в ту сторону. И... ой! Yes, John, thanks. You, well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend. Да, только амбары лишились. Really, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarlane. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're going to be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and написали тут start back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure.
Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. Тут написали, надо было срочно ответить. Уровень славы повышен, уровень чести еще более повышен. Давайте амбарчик посмотрим. Тут что сейчас было, блин? Так, давайте-ка амбарчик посмотрим. Да, амбар... Ну как, его восстановить-то можно. Он как бы полностью дотла не сгорел, но... Видно, что... Он в ближайшее время будет непригоден пока. Так, секунду. Знаете что, я поставлю на паузу, надо тут ответить. Так, продолжаем тут... Да что такое, а? Скотина, а? Тут важный разговорчик был, надо было обязательно ответить. А, лошадка где? Мне надо к маршалу. А вообще, нет, слушайте, вообще надо бы отдохнуть. Господи, куда несется лошадь так? Ну я не понимаю просто, куда лошадь так несется, а? Тихо-тихо-тихо-тихо. Господи, лошадь, ты реально так людей задавишь. Давайте поспим. Так, на сегодня это точно последняя серия. Я просто за один день уже четвертую серию снимаю. Мне настолько нравится эта игра, но пора уже остановиться. Продолжить прохождение уже в другой раз. Так, еще раз поспим. О, другое дело. Вот это я люблю. Давайте днем работать. О, давайте к нему направимся. Он, я так полагаю, поправился. Диккенс этот. Так, ну, Билла Уильямсона мы настигнем еще определенно. Потому что если... Я понял, что это реально его банда была. Если его банда такие зверства творит, то с этим надо точно что-то делать. Это безобразие, это ужасно. Там кричит. Не знаю, это не наше дело. Армадилла. Блин, вот это название, конечно, вообще. Давайте Диккенса нашего проведаем. Давно пора. Не же свидетельство, если нельзя прибыли. That miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Вот это благодарность врачам. Вот это я понимаю. Вот это благодарность. Найджел Уэст Диккенс. Найджел Уэст Диккенс из Чипа. Армадилло Нью Остин. At your service. Да. At my service. At everyone's service. Да, разговорчивый дедок. Of knowledge, of life. How are your wounds? Oh, much better. But then,
Жив, здоров, вообще бодренький старик, ё-моё. Вообще бодрый. Лекарство от всех болезней. Ну да, да, да. Вот маршал про то же самое говорил. Ой, да прям бессмертие. Ой, как интересно. Спасибо, блин, вот реально. Не, что-то мне не верится вот в это вот все, вот вообще. Вот реально, хватит чепушню эту нести всю, ё-моё. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good, it works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain why we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. Так, ну поехали. Рулить все-таки я буду. Ну ладно. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about Он с ним you, на ты разговаривает. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. Да ё мать, ну что это было сейчас, а? Не, в этой игре приколы есть, конечно. Свои. Эликсиры. Ну, сейчас проверим эликсиры твои, да. Мне вот интересно, с каких пор эта местность Два Ворона называется. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio mate. I don't like the sound of this. Да, что-то вот через рельсы как-то реально напряженно проходит. Повозка наша. Станция Мерсер. How does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret this. I'll drop you off at the outskirts of Bridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I'll call you up to try my talent. After extolling the virtues... Чуть не вдолбался. Вот такое очко встало. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. You hop out here, John. Follow me in on foot. Куда я пойду? Ну куда я пойду? See you shortly, and remember, showmanship. Ой, это же то самое место, где мы бились с этими бандитами и шайку Билла Уильямсона настигли. Вместе с ним во главе. Да, устраивает представление на месте жуткой бойни. Ну, прям гениально. К этому старику реально вопросов много. Neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia. Ну, сейчас проверим продукт твой, блин. Что-то мне вообще не верится в твои слова. Anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor. Вот именно, чем докажешь, старик, вот именно. Ой, страшно, я бы точно не рискнул.
Ну, он спас ему жизнь, я надеюсь, он всякое дерьмо нам не подсыпет туда. We'll demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir выплевывает. Keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science. And today, science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved, is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight. Я уж испугался, думал, он про человеческий какой-то череп сказал, который на месте бойни типа тут был. Если бы это был бы человеческий, что-то я бы точно бы не стал бы в него стрелять. Это же вообще неуважение бы было полное к человеку. Погибшему. Любой бы в него по. Да пожалуйста, сейчас сделаю это с удовольствием. Сейчас с удовольствием это сделаю. Вообще никаких проблем, давай. 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 Вообще легко, да? Ну кидай, чего ждешь? Вот так вот. А этот чувак аж обалдел. Слышь, ты чё разозлился так? А? Да, вот нечем, вот больше заняться нечем, а? А, надо прицелиться в него. Отведай-ка силушки богатырской. Да, но это дед жулик все-таки. У Джона Марсона просто отроду такая способность имеется. Мы ее уже использовали. О, это без проблем. Я сейчас выбью ему револьвер из руки и все. Попёр народ сразу. Только эти люди ничего с него не получат. Все-таки руку поранили мы ему. Пуля все-таки вонзанула в него. Но я надеюсь, хоть теперь он не будет, перестанет уже недооценивать нас. Да, только с жуликами иметь дело, ну как-то. Но не с людьми вроде тебя, вот это я согласен. А полностью согласен. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be хитроумным Одиссеем. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him?
because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. Блин, а можно на более понятном языке объяснять, в чем суть? Так, кто этот С? Сет Маршал Джонсон. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим серию. Неплохо поработали сегодня, с жуликом поработали, блин. Это реально жулик, я его просто не понимаю. Узнают люди, что бездейственный этот напиток, ну и чё, против него пойдут. На сегодня все, с вас Икос подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал, Свободи Рубу ВКонтакте. Также подписывайтесь на всякий случай в Дзен. И всем пока. Увидимся в следующих выпусках.